Привет, друзья! Ну что, как вы поняли, мы в пути за посылочками в магазин. Погода сегодня нелетная. Дожди, пасмурно. Выезжали, у нас было более-менее просто облака. Здесь в саванне прохладнее, ветер, дождики. Спать хочется, ну что делать? Нужны коробочки новые. Выехали с заправки, а у нас загорелся, видите, восклицательный знак. Что-то с колесом. Ой, конечно, весело. Осталось нам ехать 4 минуты до магазина. И надо будет что-то смотреть. Скорее всего, проткнулось, да? Может быть, будет спускать. Но хорошо, что мы уже около магазина. Сможем починить что-то, посмотреть. Если посреди дороги, было бы обидно. Остановиться, вот так зависнуть. Ни в магазин не попасть, еще и проблему решать под дождем. Ну, конечно, в первую очередь сейчас пойдем в магазин, потому что до открытия уже 11 минут осталось, нам ехать 3 минуты, то есть мы приедем за 8 минут. Уже, конечно, колесом нет смысла будет сейчас прям заниматься. Пойдем, коробок наберем сначала, а потом будем уже смотреть, что с колесом ремонтировать. Потому что уже на месте, как бы, время сейчас потратится на колесо, но машина постоит, подождет. Мы, как всегда, без приключений не можем, да, Слав? У нас постоянно поездка в этот магазин с какими-то приключениями происходит. Так, ну все, друзья, мы на месте у магазина. Дождик немножко моросит, народу много. Мы думали, может, погода людей испугает чуть-чуть. Потому что дождь пасмурно, после шторма, знаете, первый день после шторма. Тем более он сейчас сюда, в эту сторону пришел. Ну, здесь он такой легкий уже. И мы думали, может, людей будет поменьше. Славик побежал брать билетики на вход. Как всегда, показываю название магазина для тех, кто, может быть, впервые на нашем канале, еще не знает. Black Friday Deals находится в саванне. Славик ищет вон билетики. Вот, видите, уже толпа стоит под навесом. Ну, пойдемте тоже под навес, а то дождь идет. Не очень приятно находиться на улице. Уже там всех распределяют по номеркам. Взял Слава билетики, мы последние. Ну, правда, стоим, конечно, у входа, но здесь, видите, перегородили линии. И получается, мы как бы змейкой, мы последние. Ну и, как всегда, купончики для розыгрыша денег. Запоминайте, моя цифра. Последние 4 цифры обычно называют. 96-38, а у тебя какая, Слав? У Славы 96-37. В этот раз анонс был, там и кофемашина у них стоит, прям большая показывали. Вот эти Nespresso тоже были. По-моему, даже триммер был, да, для газона. То есть такие даже большие массивные коробки. Какие-то стулья, вот такие офисные тоже в коробках стояли. Но это то, что они показывали на фото в анонсе. Ну и, конечно, много-много разной техники, естественно. Apple техники, кстати, не сильно много. Один iPad они анонсировали, одни Apple Watch часы. И, по-моему, 4 или 5 AirPods, это вот наушники. Это из Apple. Все остальное такое. Неплохие, конечно, находки, клады, но посмотрим. Конечно, они все в таких больших упаковках. Я думаю, вот эта толпа, которая сейчас стоит, если это все лежит на столах, понятная коробка. Знаете, когда это картонная коробка, ее нужно открыть, посмотреть, что внутри. А когда понятно, что там, быстро, конечно, хватают, кидают к себе... В тележке люди увозят. Это сложно. Это нужно тут жить рядышком, чтобы приходить и быть первыми. Невозможно, когда живешь за 3 часа от этого магазина, приехать сюда, и чтобы никого... Ну, только в субботу, да, когда мы приезжали, когда все по $5, вот тогда мы были первые. Ну, короче, так. Ну, посмотрим. Мы всегда что-то находим, мы надеемся, в этот раз тоже найдем. Процесс пошел, люди пошли. Видите, 2 змейки получается. Первая дорожка идет. Очень много людей. Мы не скоро попадем туда. Минут 10, наверное, будем стоять. Так, что у нас тут? Коробки. О, смотрите. Пустые капсулы просто. Славику в лабораторию надо взять. Вдруг ему нужно. Надо спросить, что он там изготавливает, я ж не знаю. Так, какие-то у нас тут очистители разные. Такой порядок, смотрите, навели целый стол вот таких штук. С ума сойти, его порядок сделали. И они на многих столах так сделали. На некоторых прям накидано одинаковых коробок очень много. Вот там вдалеке в самом то же самое. Вот таких столов понаставили с одинаковыми коробками.
ну, как-то неинтересно так. Вот видите, целый стол вот этих вот зарядных станций. Целый стол навален. Может быть, конечно, где-то под низом здесь кроется какой-то клад. Но пока что так, какая-то ерунда вокруг. То есть, может, они специально так сделали, чтобы время тратилось у людей больше. У людей больше времени тратилось на поиски. Не знаю. Ну, как-то в этот раз много косметики и разных шампуней. Я нашла кондиционеров. Еще не искала, не смотрела цены, стоит их брать или не стоит. Но посмотрю. Накидала много в корзинку. А есть они, а хорошие они или плохие, пока не знаю. Будем смотреть. Так, тут тоже здесь что-то одинаковых пакетов целая куча. Что это такое? А, это Epsom salt. Это с магнием соль. Хорошо для суставов, ванны делать. Ну, тоже, видите, целый стол этой соли. Она такая тяжелая, что под ней даже не пороешься. Так, это какие-то у нас сиропы, наверное, да? От гриппа и простуды. Салфетки. А что в этой здоровенной коробке, друзья? Она уже открыта, можно посмотреть. Что-то непонятное. Что-то большое и железное. Даже не знаю, что. Слушайте, взять для распаковки или не рисковать? Она раскрыта, может, там каких-то частей не хватает. Ну вот реально, иногда стоят вот такие коробки. Можно взять ее и для распаковки, потому что непонятно, что внутри. Рыться, разбирать, надписей никаких нет. Вот тут на столе куча еды для детей. Вот такие вот пюрешки. Ну, наверное, может быть выгодно. Я не знаю, сколько такая упаковка стоит. Если кому нужно, много. Это сюда нужно каждый раз приходить, потому что каждый раз что-то здесь для какой-то категории людей найдется в большом количестве. Коробки со снеками огромные лежат, целая куча. Опять матки, ниток. Вот упаковка каких-то хлебцов. Большая упаковка, между прочим. Но нам оно не надо. Светильник распакованный. Попадался многим типа такого в распаковках, я видела. Так. Что здесь еще? У кого есть идея, для чего вот такой набор ракеток, или как они называются, для бадминтона, знаете, типа таких? Может, это для чего-то для еды, наверное. Хотя могу ошибаться, понятия не имею. Напишите в комментариях, кто знает, для чего такой набор. Вот такие моющие разные, видите, для дерева, для деревянных покрытий. Кофе. О, я помню, Славику раньше нравился такой кофе у него в России. Он часто покупал. О, вот этот крем. Я, кстати, у меня есть такой дома. Очень помогает, если обжегся, об горячее, да, там, об плиту или что-то, и вот этим кремом намажешь, он очень быстро успокаивает боль, убирает и заживляет, волдыри предотвращает. Хорошая вещь. Мне один знакомый порекомендовал, я попробовала, мне понравилось. Кстати, лампочка, надо у Славика спросить. У нас недавно на кухне перегорала. Он ездил, покупал. Они не дешевые, но больше $7 точно стоят. Не нужна нам такая, интересно. Там две штуки внутри. Если нужна, то, может быть, взять. Ведерко сломанное. Подушки перьевые, между прочим. Открыты. Две штуки. Да, написано, что с гусиным пухом. Вот. Набор батареек. Много разных цветочков таких искусственных, но которые хорошо выглядят. Вот тоже они такие очень мягкие, как натуральные. Наборы. Семена чиа. Органик. Сколько стоит такая? Мне, наверное, надо. У меня одна есть начатая дома, но уже заканчивается. Сейчас я посмотрю, сколько стоит. Может, возьму. Все готовятся к вывозу новых столов. Образуется уже такой коридор. Да, они рано, молодцы. Сейчас у нас 9:40.
Но они говорили, что где-то через полчаса, 40 минут будет вывоз столов новый. Ну хорошо, а то не накидали на столы какие-то коробки одинаковые. Люди ходят, бедные ищут. Первая партия, кто, конечно, зашли, много понабрали. То, что было на столах такого понятного лежало. А сейчас уже сложно что-то находить, поэтому вывоз столов нужно. Вот видите, вдалеке стол. Смотрите, одно и то же. Целый стол с одними одинаковыми коробками. Мы что-то сейчас пришли к выводу. Ходим, смотрим на эти столы. И поняли, что, видимо, в этот раз у них очень маленький ассортимент товара, который они выложили. Потому что, вот как я уже показываю, вот эти столы все завалены одинаковыми коробками. То есть очень большая масса столов в зале просто заполнена одинаковыми, никому не нужными коробками. И получается, что товары, в которые люди хотели бы взять, их нужно искать, их мало. Раньше все столы были заполнены разными коробками, и ты, в принципе, на любом столе мог хотя бы что-то найти. То сейчас есть прям вот, не знаю, мне кажется, столов 20 можно просто вычеркнуть сразу, потому что на них искать нечего, на них все одно и то же лежит. Вот эти зарядные станции и так далее, где они их столько набрали, я даже не знаю. Может быть, они правда думали, что после урагана никто особо не придет, они стали весь... как бы ассортимент такой выкладывать, и людей на самом деле очень много. И как-то прям... Ну вот сейчас там кто-то нашел скутер, потому что, помните, я говорила, что они анонсировали очень большие такие крупные габаритные вещи, скутер, кофемашина, там вот этот триммер, чтобы газон стричь. И, конечно, представьте, вот они вывозят стол, да, основная масса вот этих коробок, вот таких, никому не нужных, вот таких. И на нем лежит, допустим, один триммер. Конечно, кто-то один его ухватил, и все. А по сути, как бы по факту, да, стол вывезли с новыми товарами. Но на этих столах новых товаров, по сути, один на весь стол. А людей на него там человек 10-20, да, на один стол. Так что как-то сегодня непонятно. Каждый раз приезжаешь в этот магазин, и каждый раз что-то непонятное. Знаете, поначалу прям было круто. Сейчас как-то все меньше. Получаешь радости от посещения магазина. Именно вот, знаете, чтобы найти коробки для распаковок. То есть для себя еще можно что-то найти, поискать, поковыряться, открытое. Но именно закрытое для распаковок очень сложно находить. Это такой труд нереально какой-то получается. Нет такого, знаете, пришел, накидал в корзину там 40 коробок и пошел. Нет, их надо реально искать, потому что они либо уже открыты, либо видно, что там половина коробки уже нету, либо изображено, что на коробке, либо одинаковых, уже знаешь, что там, например, и их куча везде одинаковых лежит. Ну ладно, мы же кладоискатели, будем искать, мы не сдаемся трудностям. Вот эта часть зала практически вся с одинаковыми вот такими коробками, видите, на столах валяются. И среди коробок нашла вот эту большую. И что здесь внутри, друзья? Здесь внутри триммер. Но он использованный, видите, грязный. Открыт. То есть неизвестно, что здесь в наличии. Вообще работает он или нет. Батарея у него работающая или нет. Вообще непонятно. Хотя есть что-то, как бы, в пакетике запечатанное. Ну, не знаю, как его проверить. Не тот ли это триммер, который они анонсировали? Надо зайти на сайт и посмотреть фотографию, он это или нет. Всеми любимые кормушки для животных. Тоже какая-то использованная, видимо. Здесь вот люди стоят, проверяют вещи, сравнивают, что не нужно. Вот сюда кидают, бросают. Можно... О, ничего не понятно. Подносик бамбуковый, распакованный. Там здесь что-то тяжелое в этой коробке. Сейчас посмотрим, может, тут что-нибудь возьмем в закрытых коробках. То, что людям не понравилось. Посмотрим с вами, откроем, может, нам понравится. Так, друзья, начинается розыгрыш денег. Помните наши номерки? Напоминаю, мой 96-37, у Славика 38 в конце. Будем ждать выигрыша. Это, конечно, вряд ли, но все возможно. Один же день нам крупно повезло, и iPad нашли, и деньги выиграли. Тот день был точно наш. Этот не знаю, как будет, так что это здесь за набор каких-то средств. Дисков тут целая куча. Кто-то накидал, или они накидали, знаете, специально для количества. Так, алоэ вера гель. Здесь у нас что? Шампунь какой-то.
Вот уже когда ждем столы, мне интересно такие баночки разглядывать, что здесь лежит. И очень много можно хорошего найти, между прочим. Что я сейчас и сделала. Много нашла. Так, какой-то шампунь прям, чуть ли не лечебный. Так, ладно, пойдемте. Пойдемте слушать номерочки. Ищет ребенка, как всегда, чтобы ребенок вытащил номерок. Все честно. Просит детей. Okay, guys, the first winner. The first winner, guys, ticket number 9601. No, zero, это точно не наш. 9601. У нас 37. Девушка выиграла. Поздравляем. О, фото okay, делают. Second winner. Нововведение. Делают фото. С теми, кто выиграл деньги. Так. Okay, guys, the second winner, ticket number. Готово, говори. First number 9 7 7, не наш. 2, у нас 6, помните, 96. 97, девушка выиграла $50. Пикчер, фото. Не хочет сфотографироваться. Так, очередной малыш вытаскивает чей-то номерок. Ох, сразу кучу, давай кучу. Сразу много взял, не могу с него. Okay, guys, the third winner, ticket number 97. Да что ж такое? 97, опять не мы. Мальчик выиграл денежку. Так, это... А, еще один. Четверо. Четыре человека. А я думала, три всегда. Okay, guys. Last winner and last $50. Последний победитель, друзья. Может, мы... ищем ребенка. Решили прям вообще малыша попросить. Она еще не понимает, что надо брать. Маленькая такая. Ой, напугаете ребенка. Ей там интересно просто поковыряться. По YouTube. А? Ага. Okay, guys. The last winner. Ticket number. Последний. Ticket number. 9 7. Все. 7 3. Мы. 3. Ну ладно, сейчас 9, будет фейерверк денег еще. Ну что, Слав, деньги не выиграли. Не везунчики мы с тобой сегодня. Сегодня не наш день. Но доллар я успела один. Кто-то не успел взять, он мне просто под ноги упал, и я его взяла. Славе, гляньте, бедный, мокрый же. Сегодня жарко здесь так вообще. Сегодня народа просто нереально. На улице не сильно жарко. Они, видимо, здесь кондиционер сильно не включают. И прям душно, очень душно. Очередной вывоз столов. Теперь расставляю девочек на левую сторону, мальчиков на правую сторону. Не все слушаются, конечно, все становятся как хотят. Но мне не нравится, они так столы сейчас плотно поставят, что не обойдешь никак. То есть, с одной стороны, если стал, то все. Поехали, столики. Некоторых смущают вот эти накидки на столах. Ну а что, какая разница? Сейчас как раз тот момент, когда первая партия людей немножко закупились, набрали коробок, вот это нахватали все. Теперь они их стоят, распаковывают, смотрят, что внутри. Если кому не нужно, они это оставляют. И вот сейчас тоже такой интересный момент — пройтись по столам и посмотреть. Потому что иногда люди... Ну, посмотрели, им это не надо, отложили. А это, может быть, даже дорогая вещь. Помните, как с замками было у нас? И вот сейчас мы пройдемся, конечно, по столам. Славик пошел уже с первой покупкой нашей, с первой тележкой расплачиваться. А я сейчас буду ходить, смотреть, что люди оставили, что оказалось им ненужным. Может быть, это будет нужно нам. Столько я уже себе шампуней и кондиционеров опять набрала, вы не представляете. Уже даже, знаете, хожу, смотрю,
Бужеслав мне говорит, тебе нужно столько много? Я как бы думаю, что, знаете, они же используются, да, они нужны. Но уже думаю, а может, правда не надо столько много? Хотя интересно, я там просто взяла некоторые, которые, знаете, в небольших объемах, как раз попробовать. Понравится, не понравится. И, может быть, потом уже использовать в больших объемах, покупать. Ну, а что нет? За $7. Почему не попробовать дорогие марки? Если понравится, потом использовать. Да даже если не покупать. Вот так, магазин приехал, уже знаешь эти бренды. Посмотрел, нужно тебе это, не нужно. Посмотрел, если в прошлый раз понравилось, можно взять. Это такая экономия для девчонок, вообще круто. Это же для нас постоянные вещи. Шампуни, кондиционеры, все эти средства уходовые. Поэтому очень даже хорошо здесь находить по выгодной цене и покупать. Даже про запас, ничего с ними не будет. Что это такое, не пойму. А, это что-то... Ладно, не важно. О, вот это что-то пустое лежит. Так, что здесь? Что здесь? Что-то кожаное? Или кожзам, не знаю. Интересно, для чего эта штука? А, для часов, какой-то футляр, да, я так полагаю. Так, а давайте-ка найдем ему цену. Так, нашла, стоит $30. Такой органайзер для... Это типа для путешествия часы. Если у вас несколько видов часов, то чтобы они красиво хранились, вот стоит $30. Недорогая находка, но в принципе, если нужно, почему нет? Вот эти коробочки пластиковые в холодильник. Какой-то крем. Да, очень много косметики, прям очень много. В первый день особенно можно найти прям целую кучу. Во второй день мы, конечно, тоже находили, но уже меньше. Какие-то колесики, что ли. Так, открытая коробка. Здесь у нас, друзья, вот такая лампа. Она на батарейках, кстати. Вот такая, батарейки внизу. Нам не надо. Так, это что такое? Какой-то сухой порошок. Что-то для ванной. Баттер какой-то, масло. Такс. Вот этих органайзеров очень много, прям слишком, на столах. Можно открыть, посмотреть, потом назад закрыть. А, это такие органайзеры для зиплаков, для пакетиков. Вот размеры галлон, сэндвич, кварт, снэк. Я поняла, да. Ну, удобно для хранения, наверное, чтобы они в ящиках не валялись. Хотя я прям в ящиках в оригинальных упаковках, в которых они продаются, ставлю в таком же порядке и тоже порядок. Это если только это где-то на столе, может быть, стоит, чтобы это красиво выглядело, потому что коробки разноцветные, некрасиво. Вот они, эти лампы, убийцы насекомых, да, москитов. Маленькая такая мини прям лампа. Шланги, вот они тоже. Много тоже на столах. Но уже такие, видите, цивилизованно. В коробочках, не в пакетах, как в прошлый раз. А в более таком собранном виде. Какая-то тут одежда. Кстати, в этот раз, мне кажется, одежды вообще мало. Маленькие чашечки. Помните, как нам попадались с двойным стеклом? Только эти прям вообще мини-мини. Не разбиты они, надеюсь. То я так смело беру. Видите, какие маленькие, прям для эспрессо. Хорошие, нам нравятся. Мы пьем кофе прям с удовольствием. Красиво кофе смотрится.
хочется, знаете, не просто пить, а получать еще эстетическое удовольствие от того, как это выглядит. Закроем хорошо, чтобы не разбились. Вот такой бренд. Не знаю, что за бренд. Может, кто-то знает. Это у нас лосьон для тела. Вот тоже какой-то шампунь. Но он просто в пленке. А, нет, не в пленке, он запаян. Вот такой, для очень поврежденных волос написано. Не знаю даже, сколько он стоит. У меня уже шампуней столько много. Вот кондиционеры больше расходуются у меня лично, чем шампуни. Сейчас поищу цену. Нашла, он недорогой. Где-то $9 стоит, где-то 18. Ну, такая себе цена. Смотрите, какой графин. Металлический, блестящий. Использованный. Валяется здесь. Вот что в этих коробках для снеков. Кольца лука. Жареные. Набор лампочек открыли с такими желтенькими внутри. Ну что, вот они сейчас разобьются. Называется «Ни себе, ни людям». И даже не запакуешь, это надо скотчем. Вот видите, уже понавалили. Взяли, кому не нужно. Раскрыли коробки здоровенные, хватали, не понимая, что внутри, да? Потом посмотрели, оказалось, им это не нужно. Матрасик вот такой. Для собак, наверное, не знаю. Или для маленького столика пеленального. Не знаю. Так, это у нас что такое? Для вина полка какая-то. А, ну да, вот так выглядит. Сумка. Ну, дешевая, видно, по ощущениям. Я не знаю, Слав, что это. Написано «зеркало». Зеркало в машину заднего вида. Блестящее, все в стразах. Так, а здесь что? А, и здесь вот эти штучки, это, наверное, на сиденье, да? На верхнюю часть надеваются. Гламурный набор, да? У меня достаточно страз в машине, мне больше не надо. А то буду сильно блестеть. Будет отсвечивать водителям на дороге. Поилочка для колибри. Интересная такая. Гладильная доска, друзья. Деревянная. Ну, тканевое покрытие, естественно. Вот такая на маленьких ножках. Можно поставить на любую поверхность, да, и погладить. Так, что здесь, свеча, что ли? Такая деревянная, красивая. А что? А, ну-ка. А, это такая, типа, не знаю, шкатулочка, что-то для хранения. Так, что там происходит? Опять столы вывозят уже? О, друзья, пойдемте смотреть. Ничего хорошего там не было на этих столах, на вывезенных. Что здесь у нас? Лягушка, да? Ставить ее цветы куда-то, светящиеся глаза на солнечной батарее. Глаза светятся у нее. Декорация такая садовая. А, ну это понятно. Спрей, бутылочка. Ох, мисок, целая куча. Помните, я кофе находила одну банку, а вот оказывается целая коробка с таким кофе. 6 штук в одной коробке. Но это выгодно, мне кажется, за $7 купить. А там одна валялась. Вот тогда кто-то взял бы одну. Сказал бы, о, кофе вкусный взял за $7. Еще какой-то тут шампунь и кондиционер. Наборчик такой. Так, что детали уже такие, знаете. Это уже стол, где люди проверяют свои вещи. И то, что им не нужно, они выкладывают сюда. Сейчас посмотрим. Что здесь выложили? Так, это у нас какой-то телефон. О, мамочки родные, раритетный. Смотрите, какой. Вот с такой трубкой. Вот с такой трубкой. Ну, это прям такой декорация чисто, да, поставить. Есть какие-то трубки непонятные. А, это, наверное, вот эта часть тоже здесь была.
это шторы вешать багетом. Не можем мы никак доехать до того магазина, который во Флориде находится, Биндилс. В прошлую субботу собрались, встали утром в 5 утра. Я думаю, дай-ка зайду еще раз на сайт, проверю время работы. Захожу, у них написано, зайдите к нам на Facebook, чтобы уточнить каждую неделю, как мы работаем. Захожу, а у них написано, что мы закрыты до 24 ноября. Представляете? Думаю, как хорошо, что я посмотрела с утра. Хотя вечером я смотрела расписание, но как-то на сайт не зашла. И думаю, хорошо, что я посмотрела утром, а то бы мы приехали, закрыты двери, 6 часов дороги просто так. Так что до 24 ноября в тот магазин мы не можем попасть, к сожалению. Приходится ездить в этот. Этот пока нас просто не сильно радует своими товарами. Очень много усилий нужно прикладывать, чтобы что-то найти. Хочется уже в тот магазин попасть, но вот до 24 ноября никак. И, кстати, Славик ушел. Все-таки у нас пробилось колесо. Левое, заднее. Вот он пошел его ремонтировать. Хорошо, что на улице нет дождя. Ой, короче, пока я тут ковыряюсь, по столам хожу, ищу, может, что-то найду. Слава там будет сейчас мучиться ремонтировать колесо, чтобы мы доехали до дома. Вот такие наборы здесь лежат. Носочки для стульев, для ножек. Видите? Чтобы они не царапали пол. Такая защита. Аппликатор Кузнецова. Такой матрасик. Но я полагаю, еще должно было что-то быть в комплекте. Обычно не один матрас идет. А, вот здесь. Вот в этой штуке. В чехле. Там еще что-то идет. Просто кто-то достал и назад не сложил. Хорошая вещь. Но у нас как бы что-то подобное есть, поэтому мне не нужно. Вот такие пластиковые есть. Lazy Susan, вот эти крутящиеся. Такие полочки, да? Коробочки для хранения. Вышла на улицу. Смотрите, друзья, что у нас тут творится. Колесо снято. Дырка, да. Помогали здесь мужчины вынимать. Тут какой-то камень острый, да, получается, был. Да. И он так глубоко зашел, и невозможно было его вынуть оттуда, он крошится. Это вы залили, да? Да. Сейчас надо будет накачать? Уже накачал. А, уже накачали? Ну, короче, хорошо, что ребята здесь мимо шли, помогли достать. А то у нас, знаете, здесь есть почти все, но именно не было штуки, которая могла бы достать хорошо. Плоскогубцев не было, да, и вот этой вот такой, от, не знаю, острой штуки, которую вот протолкнул он туда, этот камень. Ужас, короче, без приключений никак называется. Не было печали. Ну, хорошо, что все сделала. А то мы же думали, если там огромная дырка, то придется вызывать помощь, чтобы доехать до дома. Ну, сейчас Лайк все поставит, и все будет хорошо. Ох, здоровенные коробки у нас тут лежат. Еще там две здоровенные я принесла. Ну, такие крупненькие. По чуть-чуть хожу, пока Слава тут ремонтирует. Я хожу, смотрю, что там есть. Бедный. Решили еще вот эти наши колеса чуть-чуть поднакачать. Чтоб уж наверняка проверил он давление в шинах. И вот решил чуть-чуть добавить. Ну что, друзья, все, мы закончили наш сегодняшний так называемый шопинг, закупились коробочками, пошел дождик опять. Не было, пока мы были в магазине, дождя не было, вышли, опять пошел дождь. Так что все, будем собираться уже ехать домой. Спасибо, что вы походили с нами в магазине, надеемся, вам было интересно. Теперь будем смотреть, что же мы взяли там, какие коробочки нам попались, что мы купили для себя, тоже обязательно расскажем в ближайших видео. Всем всего доброго желаем, берегите себя, будьте все здоровы, счастливы и увидимся в следующих видео. Всем пока!